Сегодня я начал работать на атомной электростанции. Если что, это мой москвич. Я на нем езжу всегда на работу. Там у нас атомные отходы всякие там. Я могу открыть, зайти. Вот так открывается, это у нас такая система. Тут у нас где-то... Там внутри очень большая радиация. Я могу вам открыть. А тут очень большая. Я вынес это. А, это можно было открыть. Это редко бывает, я не знаю, что здесь можно было открыть. Большая тут радиация в этом. Если сделать так, большая радиация становится, это выбрасывает лучше. И погнали дальше. Это пранк для всех будет, когда взорвется вся планета. Это такой пранк будет. Пранк получился. Ну и сейчас пойти, потом пойду саму. Там Чернобыль. Да, привет. Это мой новый друг. Его зовут Петя. Он мне всегда помогает открыть эти двери. Петя, теперь я тебе помогу. Пошли. У меня тут много друзей есть. Познакомься ты с ним. Ты с ним пока не знаком. Все, они уже дружат. Это мой шкафчик. Я тут когда храню свое оружие. Вот это. Ладно, пошли, Петя. Петя, пошли, не балуйся. Петя. Чини, тебе надо починить. Тут достаточно большая радиация. Поэтому иногда страшно тут ходить. Так, пошли, Петя, наверх. Я работаю теперь наверху, меня повысили, я тут пока был уборщиком с дробовиком. Петя, ты допрыгнешь? Петя, прыгай. Уи! Ой. Ну, как-то неудачно получилось. Я сам допрыгну. Петя, тебе повезло, я допрыгну. Пошли, Петя. Извините, вам пора чинить, если что. Пошли, Петя. Пошли. Не стесняйся. Ты ведь не первый раз. Давай, работай. Тебе помочь покрутить это? Видишь, это возможно. А не, реально невозможно. Ты пошел, что прилип к моему Пете? Петя, пошли внутрь. Залезай давай. Ну не стесняйся, мы тут работаем вместе. А ты кто такой? Так, ты пойдешь на улицу. А, это бывший друг Пети. Значит, ты был плохим другом. Ты пойдешь туда. Да, ты пойдешь туда. Прям в радиацию. Молодец, залезай. И неизвестно, что с тобой будет. Потом пока. Все, я залез. Петя, начинаем работать. Ты сидишь здесь. Будешь лежать, ладно. Что-то страшное, какие-то страшные звуки. Петя. Я тебя тут так не оставлю. Поехали. Петя, я тебя не оставлю здесь. Петя, я тебя не оставлю. Ты пойдешь со мной. Ты не будешь здесь сидеть один. Петя, погнали, быстрее. Уже что какие-то страшные очень звуки. Петя, ну сам выбирайся. Новый друг для Пети будет, если он выживет. Странные звуки. Петин друг новый, поехали. Уходим побыстрее. Кыш. Где моя машина? Вот.
Петя, залезай. Ну как, Петя, как тебя зовут? А, тебя зовут Саня. Поехали. Да, молодец, поехали. Ты там хорошо держишься? Поломал зубы, спич. Страшные звуки. Может, поехали на твоей машине? Где твоя машина? А, ты говоришь это? Ладно, поехали быстрее. И твои ноги. А, вот здесь. Залезай быстрее. Да, как это? Не повезло, не повезло. Ладно, будем ехать по-другому. Поехали, поехали. Да все равно на твою машину, блин. Ладно, поехали на этой. Ты готов, Мэтрик, поехать? Да, залезай. Это что было только что? Петя, я тебе помогу. Петя. Петя. Погоди, Петя. Петя. Петя, я пошел. Я тебя спасу. Ты уже черным стал. Ты точно сгорел. Погнали туда быстрее. Кран упал. Петя, я пошел к тебе. Петя, я тебя спасу. Петя, где ты? Петя. Петя, ты где? Петя, я тебя найду. Не шути шутки. Петя. Больше, друзья, не шути так. Тут только что был взрыв. Петя. Так нельзя шутить. Где ты? Петя. 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 Нужен ты умер. Петя. Нету Пети. Где Петя? Я хочу умереть. Нет. Бежал, бежал по улице. Очень, очень много радиации. Очень. Не могу выбраться. Я побежал. Ладно, это заканчивается на этом. Пока.